Всех приветствую на своем канале. Сегодня очередные покупки из магазина «Подружка». Только была одна покупка. Это Eveline Cosmetics. Вот такой подарочный набор. Стоит он 289 рублей. Там два набора было. Один для роста ресниц, один для бровей. Тушь я отдельно такую брала. Она мне понравилась. Она хорошо разделяет, удлиняет, дает объем, изгиб. Срок годности нормальный. И здесь входит состав. Тушь для ресниц волюм объем удлинения 10 мл. И бесцветный корректор для бровей. Я считаю, очень хороший подарок на 8 марта. Два вида таких стоят, подарочных наборов. Вот. Ссылочку оставлю в описании. Далее. Очередные покупки One Way. Потому что у меня... В Инсити, которая покупала уги утепленные, к сожалению, там, не знаю, ну, треснуло, будет промокать. В One Way я взяла вот такую шапочку. Такая была черная, она синяя, белая. Она стоила 249 рублей. В итоге она мне обошлась 124 рубля, 50% скидка. Такая обычная шапочка. Она не очень такая теплая. Морозы прям, когда в минус 20 не пойдет. Но минус 8 максимум. Так, головной убор женский. Вот. И который я купила обувь. Они маломерки. Я взяла 39 размер, хоть у меня 37, нога 23,5, черный цвет. Были такие светло-серые и бордовые или красно-алые. Ботинки женские. Но они не утепленные, но мне кажется, они мне понравились. Стоили они 800 рублей. Со скидкой они обошлись 399 рублей, это вообще даром. Вот так они выглядят. Сами знаете, сейчас гололед, потепление будет, мне кажется, вообще бегать удобно в них. Здесь такой носочек. Мне они очень понравились, они очень легкие. К сожалению, из зимней обуви моего размера нет, а у них уже стоит весенняя обувь, там полусапоги у меня есть, ботинки, уже кроссовки, туфли. В CC, к сожалению... Мне ничего не понравилось, там на шнуровках большинство, распродажа по 50-70%. Мне кажется, вообще отличная. И вторая, вот смотрите, прорезиненная, мне обувь вообще нравится. Можно так, можно повыше ставить. Но берите, мерила 38, к сожалению, 38 мне впритык. 39, мне кажется, чуть-чуть свободно, но мне кажется, они должны быть немножко свободны. Прорезиненная подошва, все хорошо, но может быть... Клея я особо не вижу. Давайте почитаем состав. Верх искусственная жанша, 100% подклад текстиль, 100% стелька текстиль, 100% подошва резина. Ну как хорошо. На весну, ну они без меха. Вот. Мне кажется, отлично. И покажу, как они вот сейчас смотрятся на ноге. Смотрите, вот так они смотрятся на ноге. Бегать вообще с собакой гулять или гулять. Вообще, смотрите, какие легенькие. Можно и так, можно и подлиннее, и можно как носок вообще. И под брюки, и так. И за 400 рублей, да это вообще даром. Весенняя коллекция у них 1600, 1000, ну, недорого. Вот. На сайте, к сожалению, у них только уже новая коллекция представлена. Мне кажется, вообще легенький, шикарный, вообще экономный вариант. Мне везет сегодня, вот так я могу сказать. И спрей у меня есть для замшевой обуви. Вот. Как вам, напишите, вам понравились они или нет? Мне кажется, вот сейчас такую вот, когда будет потепление, хоть у нас весна в конце марта почти придет, когда даже будет таять, мне кажется, вообще... Шикарная резиновая подошва. Так что спасибо вам за просмотр. Жду от вас комментариев, лайков. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.